И каждый ребенок очень важен. Японское отделение фирмы Nexon готовы представить шины с картинкой Hello Kitty летом будущего года. Пока что Nexon не сообщила, какими партиями будут выпускаться шины, но известно, что на рынке они должны появиться к лету 2018 года. Примерная цена тоже пока не названа. Под популярным в Японии, да и по всему миру брендом Hello Kitty выпускаются самые разные товары, а его символом является знаменитая кошка с бантом.